Итак, я рад приветствовать, мои дорогие друзья, с вами Мадам Игровой, и мы продолжаем играть в вот эту игру. Друзья, записывал эту миссию и никак не смог, потому как куда-то провалился в какую-то бездну, или не знаю. Но я решил перезаписать. Ну, давайте будем играть. Вот у нас предыдущая миссия нейтрализовать всех дилнозавров, а сейчас уничтожить все яйца дилофазавра. Ну, давайте-ка уничтожим. Кстати, у нас новое оружие. Вот такой калашик, скоро вот такие пулеметики будут. Берем калашик и скоро два пистолета. УЗИшка там будет, еще что-то. Давайте пистолетка возьмем. Быстро, я думаю, не будем даже динозавра. Просто будем яйца убивать и все, блин. А то бесит. Бесит. Будем сматываться. Просто сматываться. Кстати, это самая сложная миссия. Не, самое сложное для начала мне было вот это, как загнать динозавра в клетку. Это когда я первый раз проходил. Вообще, жесть полная, полнейшая была. Да-да-да. Вау-вау. За яйца, друзья, дерутся и всякая фигня полнейшая. Чё ты такой странный? Уничтожьте все яйца дилофазавра. Хорошо. Сразу я меняю оружие. Блин, а где оно? А, вот. Да иди нафиг! Задолбали. Давайте его кляснем, чтобы он не мешал нам. Я знаю, что там сзади бежит вот этот черт. Но с двумя пестиками, я думаю, будет круче. Так, 31, одно яйцо. Хотел бы сказать, я лох. Это что, бабка? Мамкой? Блядь! Блин, ну что две игры? Реально, чтобы мочить эти яйца, ну блин. Ну это реально сложно, блин. Чем не варки, да? Да блин, что ты не можешь сдохнуть? Да иди нафиг! Пойди ты отсюда, да. Это мои бабушки, блин! А тот завис. Блин, задрал, блин! Скотина! Друзья, извините за маты, блин, ну реально! Перезарядка вообще не... Хорошо, хорошо. Будем оружие использовать. Без базара. Только где вот этот динозаврик? Я вообще не знаю. Да пошел ты. Пошел ты, дружок, к лесу. Хорошо, значит, короче. Ты не надо бежать. Тишки себе. Здесь не хватало. Да откинься ты, блин. Это невозможно, реально. Фу. Пошел ты отсюда. Иди нафиг. Я тебя... Не надо, не надо. Фу! Это реально, это жесть, блин. Никому уже не надо эти яйца, давай. Да пошли вы отсюда. Так. Можно побыстрее будет? Так, вот так, чтобы не париться. Лежать, гнида. Лежать. Не вставать.
Убил, застрелил. Зафигачил. Лежать. Только не дай бог кто-то придет. Не дай бог. Вот я... Вот, блин... Нету слов даже. Да пошел, батя узнал. Гнида. Реально гнида. Вы гнида. Вот еще. Вон, залежался, видите ли. Видите ли, расслабиться ему захотелось. Почему ты там тучи нюхаешь? Да это вообще... А, это... Это денег. Ёпта, да ты чё нафиг? Фух. Зачем так пугать? Друзья, вы извините за маты, извините, пожалуйста. Так, вот этого еще нужно прикончить, а то он меня бесит немного. Так. Вот еще. Вон еще я вижу. Летает. Или так камень. Честно, я честно. Да, это был чудо. Ну там яйца я вижу. Где мои яйца? Так, друзья, будем, короче, лупасить с ружки этого, как его, динозаврика. А, то блин, то ты чё? С ружки динозаврика, с пестика. Яйца хорошо лупасить. Блин, где? Где? Я так хочу, чтобы лето не коначалось, чтобы оно за мною мчало. Так, видимо, калашика нужно приобрести. Так, аптечечка и будем, и запомним, где аптечечка. Это очень хорошо. Вих, вих. Вих, вих. Эй, это чё ещё? Только не этот. Друзья, кто я вас прошу, только нельзя в это нажимать, это... Да не надо ко мне бежать! Так, надо... Так, всё, 20 яек. Почему они по 3 яйка ложат, я вообще вас не понимаю, Почему не по одному? Ну, если бы по одному везде... Это было бы сложновато, я вам так скажу. Да блин, а почему я так подпрыгиваю? Так, это уже лучше. Так, куда я бежу? Куда я бежу? Только не надо проваливаться. Я тебя прошу, друг. Вот только не проваливайся. Два пестика возьми, пожалуйста, я тебя прошу. Да, и давай. На дальничок быстрее, на дальничок. Так. Где яйца? Где мои яйца? Лежали. Лежать спать. 17. За 17, видимо. Или 14, я уже не помню, сколько там. Так. Видимо. 14. Так, пошли. 14 яек осталось, хорошо. 4 точки я вижу на карте. 4 точечки. Вот туда я побегу. Там есть яйца, видимо, 3 штуки я вижу. Это уже радует, блин. Это меня уже радует. Реально. А, все, нормально. 11 яек осталось. Так, вон где-то там точка какая-то есть. Вон там я вижу, наверное, да? Здесь? Вот только не надо говорить, что там...
Да блин. Фух. Слава тебе, Господи. Слава тебе, Господи. Чудо чилло. А здесь, кстати, два яйца. Фух. Так. 7 патронов минус 7. 9 яиц и 3 точки, видимо, или 4. 3, наверное. 3. Это уже хорошо. Только не надо вот меня засасывать куда-то. А то я здесь таких уже мест нахватался, что капец. Радиоактивные, блин. Так, уже перезарядил. Слава тебе, Господи. Это радует, это очень радует. Это, блин, совсем радует. Но это не радует. Это никак не может радовать. Ты сбежал. Сейчас тебя ушатаю. Вот, это я люблю. Чило-чило. 6 яиц осталось, а он бежит. Чудак. Вон еще. Так, все, наконец-то. Все, все, три яйца, я прошу, а я вас прошу, просто не мешайте мне, братан. Опа, а вот и он, я вот и два чувачка. Есть два чувачка. Ох, да блин! Ну блин! Ой. Ну что ж, друзья, вот наконец-то, блин, возился, снова перепроходил. Это просто был капец. Последние три яйца осталось. Вот они. Наконец-то, блин, наконец-то. Я даже перезаряжу быстренько. Всех уже перелупил. И вот пошли. Есть. Ну что ж, друзья, вот такая, блин, была длинная миссия. Понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчики, пишите комментарии. А с вами был Модем Игровой. Всем удачи, друзья. Да всем пока, блин.